позвольте представить нашего гостя. Первый заместитель главы администрации города Белгорода Антон Иванов. Антон Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В прямом эфире в студии Белгород Медиа обсудили, как готовится Белгород к самому яркому и сказочному празднику – Новому году. Почему решили изменить концепцию украшения города? Что ждет белгородцев в новогоднюю ночь? И куда пойти с ребенком на праздниках? На все эти вопросы и не только ответил Антон Иванов. Уже с августа месяца были начаты приготовления. И вот мы смогли к декабрю месяцу запустить вот эту светомузыку, эту иллюминацию, чтобы действительно вот впечатлить жителей, чтобы вот это ощущение праздника Нового года наступило как можно раньше. В течение недели любой белгородец мог задать интересующий его вопрос. Обращения к первому заму мэра поступали и во время прямого эфира. В новой должности Антон Иванов общался в режиме онлайн впервые и уверен, такой формат для горожан просто незаменим. Эту практику мы продолжим, вот, и надеюсь, что какие-то новые форматы мы вместе с вами придумаем, и будет интересно и захватывающе для жителей, потому что нет ничего лучше, чем вот это живое общение, пускай даже через телевизор, через монитор компьютера, но живое. Если вы не успели присоединиться к прямому эфиру, запись программы можно посмотреть на всех площадках холдинга «Белгород Медиа» в социальных сетях. Анастасия Логвинова, Сергей Драчев, «Белгород Медиа».